Мы крутим из тростенца. Мы хорошо. Молодцы. А то. И вас также. Ура! Хе-хей! Куда путь держите? Суммы. Из тростенца дальше куда? В Суммы. Хорошо вы едете. И вам также. Ну, блин, такой столик, это вот хорошо, что вот так вот, я думаю, можно рыбачить. Может, поменяемся на полчасика? Можно. Вы погребете, а мы по педали. Отличная идея. Да, сейчас это уже отличная идея. Тем более, так как вы гребете, я с удовольствием. На расслабончике там. Так, по течению. Да, вам хорошо. А у нас ветер не всегда в спину. До обеда 6 километров. Поехали быстрее. Да, и пиво. И колу. На вечер надо купить. Ух тышка. На велосипеде звук, как будто мотоцикл едет. Покрышка выдает. Вау-вау-вау. Надеюсь, она уже не направо. В общем, 106, да? Шесть километров и обед. Как-то рано. Мне нравится то, что у них... Ух ты ж, блин. Солнечная батарея висит. Песок, будь он неладен. Да? Еще одна рекордная. Село какое-то. Заметил, что на заблокированной вилке по песку ехать легче. Для пивка и мороженки. Жажда пива ведет к приключениям и исследованию села, которое с виду не сильно презентабельно выглядит, как сказал Сергей. Возможно, там даже не из магазина. По говнишкам. Фу. Может, ну и вода пиво? А воду? Вода есть. Не, ну, судя по этим... Нет. Да не, ну, по домам там. Просто это... Мы заехали, наверное, с жопки. С
красиво. Не заезжай сюда, туда. Нормальная дорога, бюджетная. Может, это был... Может, это самозахват... Может, это самозахватом на пляже построили дома? Богатые эти. Вот это слева? Да. Не, просто мы заехали через жопу. А так, ну смотри, огороды, коровы. Пчел. Добро пожаловать у Советский Союз. Я когда-то ехал на багажнике, когда малый был. У меня пятка попала в спицы. Чесал себе шкуру прям очень быстро. Не, мне вот это нравится, прикольная штука, что они вот это сделали на столбы освещения, панели. Вводим направо. Солнечные батареи вот такие. Где ты взялся? Я это какой-то меценат, наверное. Наверное, по. Ну это ж этот, как его, децентрализация, когда бабло остается в регионах. Вот осталось баблишко, сделали. Такую штуку. Блядь, наш носа вверх. А, это они хотели. А вот это обрызались. Один-один. Ты ж спортсмен. У тебя левая штанина может попасть в заднее колесо. Нет, не ну. Ну, во всяком случае, мне лень об этом думать. Сейчас, да? Дорога уходит в горизонт. Это просто кайф неимоверный. Поворот и еще такой же подъем. Прошу прощения за качку, но дышу я тяжело. Я уверен, если обернуться, то там красиво. Или с вот этой вот, или с этой горы тоже, если посмотреть. Посмотрим. Давай. Слева или справа? Сейчас я развернусь. Давай. Мы их тогда сфотографируем. А вон они едут. Эй, вы там! Читают мысли. Ну как? Классно.
Исчезну. Недавно начал слушать, попалась мне Король и Шут. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот я был, и вдруг меня не стало. А с той, наверное, еще лучше. Ляпота, ляпотинушка. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Грунты! Слышишь, как у тебя задницу не носит? Что, опять слышишь? Ну, непонятно. Ну, а ты как чувствуешь? Ну, о, красивый туннель. Только надо, ух ты, блин. Что? Да не, нормально. Не хочу. Серег, я тебя не брошу. Ну ты уже как это по-украински. Ты уже літня людина. Ну, в смысле, ты знаешь, что такое літня? Ну это не летний ты человек. Многолетний, да. Красота, а ты чё так? Красотинушка! Яма. Направо или прямо? Нет. Ау. Ага. Так куда, сюда или туда? Наверное. О! Быстренько переключились и. Ой, бля. Ух ты ж, бля.
выбрал колею я не самую лучшую. Наверное, надо перестроиться, блин. А то там как-то стрёмненько. Прикольно. Офигеть. Друзья, вот тут бы, конечно, отдыхашникам или тем, кто любит скоростной спуск, им бы тут точно понравилось. Блин. Классно, классно. Это я как пенсионер еле еду с баулом. Тут, наверное, оп, сюда. Или по центру вообще. О-хо-хо-хо. Ой, тормозные колодки чувствую. Пахнут жареным. Так, тут может, конечно, и в сторонку понести, потому что груженый. Куда? Классно. Озеро Надежды. Прикольно, мне понравилось. И спуск. Если бы не баул, конечно, который добавляет экстриму очковости. Не-не, налево, налево, Наташ. Налево, налево, налево. Ой, спасибо, ой, спасибо за такие лестные слова. Вау! 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 Кто? Вау! Озеро Надежды. А вот это плохо. Давай, Макс, страйк! Опасный человек. Где прилег там? Блин, ну нафига ты его ловил? Ой-ой-ой-ой-ой! Песочек! А что ты будешь делать с таким песком? Что такое? Ну, что он хочет? Фига себе. Бобровая это? Не бобра себе. Не бобра.
обратно, да? Ты видишь другую дорогу? Да. Туда. Не, ну по треку я смотрю туда. Не, ну... Поднялись в горку и тут же с нее спускаемся в поисках тропинки. Потому как где-то что-то пропустили. Ответвление. Ничего, ой-ой-ой, целое направление. Крапива, крапива, крапива. Ой, как хорошо. Она полезная. Тут вообще темно. А чё мы? Заметил, что если ноги волосаты, жалится она меньше. Ух тышка. Сомневаюсь. Я, конечно, Тарика уважаю. Да. Юля говорила про Карпат. Стоп, 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 стоп. В поисках дороги. Не. Волосатость ног на силу крапивы не влияет. Жалит так же. Хераси! Прошу прощения за мой французский. Маруся, от счастья слезы льет, как гусли. Что там, душа ее поет, да? Просто Юра подумал, что мы не нагуляли аппетит
и чтобы лучше спалось, решил лупануть такой обхил. Знаешь, уже и крапива не лежали. Вообще. Это знаешь, крапива жалит, и ты понимаешь, что ты еще живой. Ну пойдем. Ехать? Я бы все прошел, спасибо. Я тут воду еще выходит. Ну я смотрю, что-то Юра там буксует. Стартанули с горки. И ехать действительно быстрее, чем идти. Ехать быстрее, чем идти. Не сильно, но все же быстрее. Только поднялись. И снова спуск. Причем такой нехилый. Придется вечером колодочки поднастраивать чуть-чуть. Пролаживаем новую дорогу. Ай, блядь, крапива, ебаный дорога. Крапива. Цивилизация. Собака.
деревня, 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 село. Село. Село, село. О, а может мы станцуем вот здесь? Такой трэш. А, это завод какой-то, кирпич. А? Ничего красивого. Да ты не шаришь, это индустриализация. Там кирпичи ехали по путям. Не давали кирпичей. Ну прикольно. Думаешь, это кирпичи? Да. Да. Огонь какая-то. Вон, видишь, сырые, еще не обожженные кирпичи. Ну давай сверху. Столько цехов. Огонь какая-то красивая, как узор на вышиванке. Труба потрескалась.